А что если все лучники? Вообще, посмотрите, что происходит, Рошан на 9-й минуте. Господи, какой же он неугомонный. Да бей, что это? Я сдохну от крипов. Да что вообще происходит? Я не понимаю. Просто ничего не делаю, просто бью. Вот я вообще ничего не делаю, реально. Вообще ничего реально не делаю. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас новое видео в рубрике «А что если?». А что если все лучники? А давайте посмотрим, какой у нас сильный рендж атаки. И самое главное, какой будет у нас дэмэдж под некоторыми аурами. Поехали. Так, ну что, ребята, раздал я ребятам своим в команде, конечно же, постановочные темы, да, союзникам своим раскидал, кого нужно брать, ну вот, чтобы вы понимали, да, чтобы никто не говорил, что все постанова, все поддаются, когда играют, вот, смотрите, вот, весь чат, что там, все там, лучники, все дроуна, боны туда-сюда, это сюда, туда-туда, спеллы, третий максит, все, это все, что я раздал своим союзникам. Следующий момент, который у нас есть, это, конечно же, спасибо всем, кто смотрит видосики и кто ставит лайк, ребятки, от души. Кто не подписан, подписывайтесь, буду очень рад, если будете подписываться на мой YouTube канал, конечно же, на мой ТГ, ну и чисто вам от души, ребятки, чисто от души, кто поддержит, кто смотрит. Сразу примечательно, в этой катке нижняя сторона должна быть крайне сильнее, намного. Намного сильнее должна быть. Почему? Потому что внизу очень хорошие винрейты, а у меня на топе винрейты в среднем где-то 48, 49, 50, а здесь около 70. Постараемся немножко попотеть, посмотрим, будет ли эта катка интересная, чтобы в случае чего там две игры не заливать, да, там такие вот никакие, но это по идее должна быть потная. Поэтому посмотрим, играем, двигаемся и думаю, получится все или нет. Ну, наверное, получится. Очень жесткие пики там пацаны понабрали. Смотрите, взяли там еще и хускары, мартретки. Это жесть. Очень-очень-очень неприятный пик. И, ну, посмотрим, куда нас это заведет. Самый неприятный это инвокер, конечно. Инвокер в лейтгейме, тяжело его убивать. Тем более у нас как бы... У нас все рейнджевики, но лучники, да. То есть потма тут тяжело. Самый из этих слабых героев это потма, потому что она на четверке, она довольно-таки, ну, не знаю. Я лично, если бы играл сейчас на потме в центре, я бы был в себе максимально уверен. На бойнике я немножко увереннее играю, потому что я знаю потенциал этого героя, и у него потенциал намного выше, нежели чем у Priestess. Так что вот как бы мой выбор пал именно на бойника. На Траксу почему не пал? Ну что Траксу, я в последнее время на Траксе ничего делать не могу. Поэтому и решился вот, ну, поиграть вот так вот. Играем на бойнике. Так что, ребятки, поехали. Наша катка готовится. Готовится. Мартретка тут бегает. Даю я штычку. Так, пуш внизу. Хорошо. Че бы, сразу бы зонили? Сразу зонили бы. Инвокера туда. Ой, какая ару кривая. Ару кривая называется. Ренжуй, 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 ренжевики! Ренжевики, вот это мы его надамажили. Ой-ой-ой, они не подозревают, что это очень много урона с тычек, и... а у Зета вообще ж нету ничего. У Зета ж вообще нету армора, и поэтому ему так больно было. Жестко натычковали. Натычковали. Так, ну что, наша задача, конечно, в центре это сейчас фармить. Инвокер куда-то делся. Что, инвокер мид не хочет идти? Я думал, инвокер со мной будет стоять. Инвокер со мной должен стоять. Там инвокер неплохой парень. А они Зета на мид пустили. Но это плохо. Плохо для них. Плохо для них. Хотя Зет тоже может атаковать так нормально меня. Промах. Попадание. 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 Промах. Попадание. Жесть. Я как будто в морской бой поиграл на миду. Зря инвокер мид не пошел. Реально. Осуждаю максимально его, потому что
Там парень на инвокере вроде более-менее играет, а почему-то боится на мид идти. Потом будет говорить, надо было мне на мид идти. А я стик еще взял для него. Так, надо за это вообще отгонять отсюда. В чем прикол? Прикол лучника в том, что Траксес очень сильно бустит. Очень сильно бустит. Траксы вот эта вот аура, да? Трое-шотовая. Она столько много дэмэджа добавляет. А я еще попросил, чтобы дровка максила ее. Тогда будет прям результат кошерный. Кошерный результат будет. Так что будем стараться сейчас. Надо Зета еще убить разочек. Мы сейчас возьмем Виндволк. Не знаю, герой у меня протупил люто. О, здорово. Здорово. Ну, с хастой, конечно, дела плохи. Я бы мог сейчас его забрать, но я бы умер. Ни хилки, ничего нету. Ни хилки, ничего нету. Бежали, попробуем. Обойти, сейчас уже виндволк закончится. Ты где там? Ах ты, Криса. Да ты посмотри, Смида не уходит, а? Не уходит Смида. Ладно, просто фармим тогда. Смида не уходит на пудже. Чувакабра. Да ты погляди на него. Господи. Какой же он неугомонный. Да бей, что это? Я сдохну от крипов. Да что вообще происходит? Я не понимаю. Часть. Как? Два лоу хп по КД уходят. Жесть. Угу, найс. Вообще такой бред, если честно. Так, ну пуджа надо убивать. Не знаю, этот пудж это кусок мяса на самом-то деле. Будет кату добивать, хорошо. Давай, давай. Есть! Да ну еще и попал, серьезно. Хилку, хилку, хилку. Хорошо. Можно воспользоваться виженом с ару. Поле. Поле недолго, кстати, стоит. Но еще ТП дают. Пуч опять ТП дает. Жесть. Что-то очень агрессивный мид, при том, что я не фармлю совсем, меня это пугает. Когда я не фармлю, меня это очень сильно пугает, потому что если я не фармлю, то это зачастую лузик. Это зачастую лузик. Эх, ароу, прикинь, почти попало. Хорошо, регенимся. Жесть. Этот пуш прям... Подписчик этот на пудже прям так и хочет меня. Вот я его захейчу в этой катке, отвечаю. Буду вот стараться его прям хейтить. Прям стараться буду его хейтить. Надо сейчас дофармить. Soul Ring возьмем. Прям через Soul Ring. Можно суету наводить. У меня совсем все плохо, на самом деле, по крипстату. Но так, по фарму, вроде, в целом, норм. Так, крипстат, вроде, норм в целом. Крипочку захаваем. Ну, опять умру. Не могу, промах кидает, если очень тяжело. Но главное, все равно подфармливаю. Жесть. Души, души его, души нафиг. Че, Тракса таки не максит тройку, да? О, максит. А что-то, смотри, дэмэдж как будто нет. Что-то тяжело с Зетом стоять. Хоть он и слабенький сам по себе, у него нет армора, да, но... Не получается у меня его пробивать. Да бей, бей, бей. Не бойтесь. Че вы боитесь его? Не получается убивать, промах дает и все. Хоть укакайся.
Четвертый левел, но я доминирую. Все равно, но 3-2 это мне не нравится совсем. 3-2 совсем не нравится мне. Солоринг даю ош. Пока что что-то как-то уныленько. И криплю слабо, и вообще все слабо очень делаю. Но в любом случае, это первая игра. Мне нужно в любом случае подраскликаться. Я не задрот уже давно. Опять чуть не сдох от хука. Так что... мне нужно просто раскликаться. Еще, чтоб попадал персонаж надо. Будет вообще по кайфу. Промах опять. Попал. Хорошо. И Soul Ring и ТПшечка. Найс. Все, погнали. Soul Ring юзать. Путь то, что на миду стоит по КД. Да мы его сейчас натянем. Сейчас виндволки и побежали. Вот эту сейчас всю хрень уничтожим. А Z такой, он промах дает и не пробьешь, не попадешь. Что там, Хуск, что? С армором уже, нифига себе. Погнали туда. Уджа хейтить хочу. Давай, давай. И взял за ласт хитил, просто ластычку нанес и все. Я тоже ластычку хочу. Такой. Такой хитрый на Гаргоне, да? Ну я там добью, говорит. Вообще жесть. Так, ну ладно. Ганг успешный. Пуджа подхейтили. Самое главное хейтить пуджа. Хейтить пуджа буду. Я вам отвечаю, хейтить пуджа буду. Я же сказал сразу. Хейтить пуджа буду. Все, погнали. С Зетом, конечно, немного другие вопросики, потому что Зет, он такой. Там вот это, все вот, знаете, промах кинет, туда побежит. Так, инвокер ушел вообще, да? Хорошо. Вот это вот чуть подраздамажим, да? Не успел поле кинуть, хорошо. Просто столько много дэмэджа, что поле он не успел кинуть. Так, на миду центре. Не забыть. Хорошо. Слушайте, ну пока тащим. Пока что тащим. Ну пуш напрягалочка такая чисто. Отлично. Аквилу выкл. Хорошо. Так, сапог, цешечка. Отлично. Пуска надо. Пуска надо подушить. Армлет уже. Ну заберем. Next медальон сделаем. Через ПТшку в какой-то век сыграю. Хорошо. Ща пуджа примем. Погнали. На меду мартретки всякие. Пойдет. Ребятки, от души всем, кто поддерживает, по кайфу. Для вас видосики делаем, стараемся. Ага, ТП делает. Го вот этого. Сможем? Да, думаю, сможем. Ты какой? Армлет геймер. Бей. Мы же забираем его. Если бы он бил на Траксе, она бы не умерла. 100% Тракса. Боится. Так, это медальон надо сделать еще. 325. Хорошо. Немножко перепугался парень на Траксе. Поэтому не выжил. Пуджа надо хейтить, а пуш куда-то ТП дал. Инвокера надо хейтить. Но пока что, знаете, игра как обстоит. Я фидер на карте, топовый причем. И, ну, пока так, уныленько, да? Пока уныленькая каточка. Пойдет. Бей.
Чувак на Хускаре вообще не выкупает, что его тупо разводят, не знаю. Как девочку за конфетку трусики снять. Осуждаю максимально такие высказывания. Погнали, Тэшку. Хорошо. Честь. Конечно, забавная ситуация, что мы так налегке Хуска подвыпендриваемся на него, да, немножко? Пойдет. Так, погнали, у меня маны совсем мало. Медальон у меня есть, сейчас буду уничтожать просто как бешеный. Мид гоу. У меня челлендж. Уджа хейтить. Сейчас next там хекс. Челлендж хейтить Пуджа. Он в миду стоял, будет сейчас расплачиваться. А чё ты не дропаешь? Через шифты же накликал. Жесть какой. Боник хитрый. Пойдет? Ага, Пуджиус, вон он. Я иду. Бегу. Сейчас ару поймает 100%. А, 0%. Блин, как я так не угадываю постоянно? Не угадываю. Где там Пуджиус? Хускарус? Гоу Хускаруса. Один в четыре просто парень. Шесть. Просто прибежал. Пацаны, я с вами. Что-то вообще на самом деле. Я Пуджа хочу видеть. А Пудж как будто слышит, что я говорю. Не хочет выходить. Дэмэдж, посмотрите на наш дэмэдж лучников. Просто по 40, по 80 урона. Это очень бодро. Он Пудж идет. Да давай этого крипа, блин, захаваем уже. В конце концов убьем его. Пофиг вообще. Он там под минус армором вообще страдалец будет. Опа, найс. Хорошо. Пуджик страдает. Мне стики чисто вообще не нужны мне на самом деле. Слот забивают. Но я сейчас, наверное, Void Stone куплю. Или сразу в мистик буду выходить. Или сразу в мистик. Хорошо, ну ТПшечку само собой надо взять. И лесочки гонять. Я лес пойду. Пока что все скучненько на самом деле, ребят. Но я надеюсь, у вас интрига есть. Оппоненты заряжены на победу, кстати. Заряжены на победу. Это чувствуется, потому что они... Они готовы, мне кажется, принимать нас. В лесочке сейчас найдем инвокера какого-нибудь. Ну, дасты нужны, правда, против вокера. В любом случае зайдет в инвизик. Тут никого нету, да? На карте не увидел, когда пробегал. О-о-о-о-о-о-о, Пудж. Ох, вот этот! Я офигел вообще! Это что за дэмэдж был? Локер в инвиз зашел. Что за дэмэдж был? Пудги Фиере. Фидер. Фидер, конечно. Сейчас и ты будешь фидером. Пудги Фиедер. Пудги Фидер. Так, ну это жестко. Идем, двигаемся дальше. Ну пока что доминируем, кстати. Так, знаете, активно двигаемся. Сейчас вот тут внизу по-любому кто-то пойдет ТП-шкой. Слушайте. ТП-шкой пойдет ломать. Блин, там как я Пуджу домогнул. Плюс там еще змея же, походу, залетела. Я побоялся, если честно, с ним что-то драться. На самом-то деле. Пусть живет. Погнали, магаз. Ищи фе-фе тебе ге-ге. Гег. Я уже чисто как этот, как слабоумный, даже писать не могу. Странно, но мы выигрываем эту игру. Пока что. Очень странно. Так, Пудж. 4 армора. Сейчас руна будет, но я не буду ее ждать. Пойду Пуджа убивать. Да. Пудж сколько раз фидил же уже? 5 раз фидил. Это радует.
Потому что я хочу его похейтить. Как он меня в миду хейтил, я хочу, чтобы он страдал. Эту игру. Я хочу, чтобы он страдал. Так, стики в помойку. Мистик берем. Да, Рошана. Ну, походу, еще одна катка будет. Еще одна катка, походу, будет. Рейнджевики! Хорошо. Жесть, что у тебя лучники чисто. Наяривают. Так, а Егу пусть пацаны берут. Я, в принципе, не умираю. Дуза пусть танкует. Гаргонович. Пусть она танкует. Станкует. Оп, хорошо. Блин, мне, если честно, так по кайфу сейчас комфортно плейть эту игру, потому что в этой игре очень лютый потенциал у оппонентов. Но они пока, не знаю, пока не хотят ничего делать. По крайней мере, может, даже пытаются что-то делать, но пока что мы доминируем очень хорошо. Пока что очень хорошо доминируем. Ах, ты успел, да? Второе поле я уже не перетяну. Ух, как я вовремя газанул оттуда. Второе поле. Он даже не посмотрел. О, смотри, смотрит. Хорошо, это ГГ ему. Это ГГ. Это ГГ. Даже не посмотри, я думал, сейчас на Гаргону посмотрит, чуть-чуть замедло поймает сразу. 6 секунд замедла. Хорошо. Слушайте, ну, без рофлов. Без рофлов. Там пацаны хорошие игроки, но... Но что-то в них не удается. Погнали. 18 минута, заходим ХГ. Заходим ХГ. Угу. Сколько у нас лучников? Опа. Дэмэдж пошел. Пудги, инвокерусы. Крисы. Так, на меня просветили. Давайте ломать тогда. Рейнджевики, лучники. И меня именно пытается хукать. Да зачем ты меня пытаешься хукать? Почему я? Ну что это? Ну реально. Он и в миду так делал. Просто в тупую. Жесть. Запомните ник Пуджа. Скорпион. Он специально так, походу, делает. Как я его выношу-то? Друзьям будет показывать. Ага. Он так... Ну смотри. Он один раз пуком попал. Убил. Оптавр. Почти. Вот этот момент он может показать друзьям. Хорошо. Слушайте, ну у меня есть такие подозрения. Гоу, закончим. Еще сыграем. Гоу, эту катку закончим, пойдем next. Эту катку закончим, пойдем next. Любые товары надо идти ломать. Так, этот там ломает опсы. Кстати, инвокер так ни разу не умер за эту игру. Я понял. Найс. Найс промахи. Так, ну, не буду пока вот в этого закину. Но Z, конечно, очень сильно промахом мешает.
Опа. Опа, какие шекели, а? Вот это, блин, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой, я не знаю. Давайте ломать, что делать. Такой бред, если честно, лучники прям у нас очень сильные. Очень сильные лучники. Сорян, ребят, но такая игра первая, я не знаю. Сейчас пойдем некстовые. В начале лайнинг был понятный, а вот такая середина игры вообще, ребята, что-то не выкупили, что делать. Инвокер вообще как будто АФК. 21 минутка. Да что ты... Тиммейта спаси, он же стоит АФК. Так, инвокер разочек сфидил. У кого не промах вылетит на тычках. И меня идет хукать. И меня идет хукать. Господи. Дайте, пожалуйста, по голове этому пуджа. Опять? Что с тобой? Какой же ты, блин, кринжовый. Ой, кринж. Ой, кринж на пудже, просто жесть. Ребята, вы просто сейчас видите. Видите этот, не знаю, этот кринж какой-то. Да просто бред. Этот пудж, вы сами, я не сочиняю. Вы видели, что он делает на пудже? Ну реально. Он байбэкнулся, чтобы меня хукануть, и в итоге не попал и ливнул взял. Это жесть прям. Это прям жестко. Это прям верх вот этого какого-то непонятной игры. Давай, давай, давай. Опа, найс. Но выжил, ой, на одном хп. Доламываю. А, санстрайк будет. А нет, не будет, все норм. ГГ. Ребят, ну первая игра максимально непонятная. Если честно, я ожидал большего от оппонентов. Но лучники победили прям в этой каточке. Сейчас подберем других ребят. И сыграем еще одну катку. Ну, не знаю, лучники что-то мощь какая-то. Он Аллерия как в воздух стрелу кидает. Пау, пау. И она обратно падает, кстати. Обратите внимание, что такая тык, тык, тык. Видели? Кайф. Погнали некстовую. Ну что, ребята, некстовая катка у нас уже загрузилась. Мы готовимся к нападению, к мощному нападению. Ребята такие решают, наверное, у нас свапнуться персонажами. Я тоже думаю, на самом деле, взять кого-нибудь героя другого. Ну, можно взять, например, Траксес. Я на ней, если честно, очень... Ну, уже очень не очень давно играю, да? Что-то не получается на ней поплеить. Но в этой катке можно немножко, наверное, закрепить. Я так думаю. Давайте сделаем... Ага, Траксу забрали. Но Боник и Дуза остается на Дузе пробовать поплеить. Дузу? Дузу возьму. Или Боника такие. Гаргона, она скучная. Боник хотя бы какой-то динамичный. Да, Гаргона, она, ну, немного скучновата, ребят, согласитесь. Поэтому давайте все-таки также на Бонике и закончим это видео, наверное. И будем дальше двигаться. Будем дальше двигаться. Так, горгоночку взяли у нас. Хорошо. Гоуруну. Гоуруну. Хамек Хачекс. У Боника, обратите внимание, какой дэмэдж. 37-43. Это вообще что такое? 37-43. Почти минер. Ну, скелетик, блин. Сами подумайте, скелет с луком. Сколько он может нанести урона? Скелет с луком. Скелет. Обычный скелет. Просто. У которого никакой силы нету. С луком. Сколько дэмэджа может нанести? Ноль. Вот поэтому у него такой родный дэмэдж. А вот тут, смотрите, допустим, женщина с луком. Уже посильнее, видите? Сильнее, чем скелет. В любом случае. Ну, и тут еще одна женщина с луком. Тут еще одна женщина с луком. И тут еще одна женщина с луком. Причем... Змеиная женщина. Короче, все, что у вас на работе. Коллектив, вот она, вот она. Здесь находится. Короче, немного пошутковали, ребят. Надеюсь, размяли немного ваши слуховые аппараты. И сейчас будем продолжать игровой процесс. Ну, ребята попикали сейчас очень грозно. На самом деле, погрознее немного героя. И посмотрим, на что они способны. Эти оппоненты, которые у нас сейчас в игре находятся. Давайте тычковать сразу, ребятки. Наша сила это рендж. Рендж атаки. Это наша сила. Ох, странно, что даггер туда закинул. Давай-давай, Еса.
Хорошо, это вот туда же. Эх, не успел. Но рейнджи, рейнджи, красавы. Хорошо. Пойдет, пойдет. Неплохо. Джесс, сколько дэмэджа на самом деле вносит. Так, ТПшечка. ТПшечка. Отлично. Кто на миду будет? О, хорошо. Это хорошо. Это хорошо, что на миду она будет. Тогда спокойно пофармим опять. Зе там немного тяжелее было фармить. Потому что там промах. Так, ну вот этот дед категорически против этих скелетов, поэтому решает меня просто затычковать. Хорошо, второй левел. Мартредка. Мартридка. Первое, что купим тут, это аквилу. Стик даже не знаю. Насчет стика. Так, эрка. Хорошо. Ух ты, какая. Такая воинственная женщина. Воительница. Снэк с прыжком будет, по идее. Пострашнее. Можно, конечно, стик взять. Давайте возьмем. Дополнительной силой будет служить. Хорошо. Дополнительная сила. Хильнемся. Хил уже идет. Я бы на ее месте качнул бы промахи. И уже кайфовал бы. А так не знаю. Ух, 24 дэмэджа с руки уже. Блин, какой кайф. Ну тут главное фармим сейчас. Смотри, 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 что там. Рыба замыслила что-то. Рыба. Опа. А, гангатряд. Гангатряд, пацаны. Это не пуш с прошлой катки, который всю игру на миду стоял. Да я видел, видел, видел. Стоит он там. Хорошо. Ух, как я его дамажу. Стой. Опа, одну тычечку даю. Ош. Есть. Сладара немного не удалось гангануть. Самое главное, что я мид вообще по кайфу фармлю. Давайте под тэшку зайдем. Крипам армор даем. Погнали. Отзониваем сразу мартретку, чтобы она не экспилась. Ух ты. 5 тп даешь. Промах, промах. Ой, хорош. Не надо, дядя. Давай, забайтим. Хорошо. Ух, тычка вот это пробьет 91 хп. Хорош. Жесть, вот это, конечно, вынос. ЕС пришел. Дэмэджа у меня вообще нереально много. Типа, ну, вообще жесть какая. Так, я не пройду, да? Плохо. Пока не могу пройти. Хорош. Хилинг слэвы, кларити поити. Ой, найс. Так, это сапог. Солринг. Походу, эта катка тоже будет, ребята, легкая. Но переписывать я ее уже не буду. Ну, как видите, сами, как игра ложится, так ложится. Как ложится, так ложится. Может, лучники вообще непобедимые? Начнем с этого. Начнем с того, что лучники непобедимые. Но может мы просто так сильно играем, что нам пора в этот, в International. Жесть. Но первая катка была менее удачная. Вот эта катка прям такая. Серьезная. Может это от расклика уже зависит. Может чуть подраскликался. Поэтому. У меня хп столько, что ты не пробьешь никогда.
Никогда не пробьешь. Прыжочек в минуту получается. Так, это у нас нужно вот так сделать сразу. Чуйкин стрик энд строп. Чуйкин стрик энд строп. Хорошо. Так, ребят, не забывайте подписаться на YouTube канал. Не забывайте поддерживать ТГ. Просто подпиской, лайком на видос, ребятки, 100%. Не забудьте поставить лайк. Ну реально, вам ничего не стоит просто нажать одну кнопку. Реально, ничего не стоит. А мне приятно, конечно, когда смотришь там 1000 лайков на видео, да, 2000. Это ж вообще, прикиньте, какой кайф. А так, блин, как-то ленивенько, никто ничего не ставит, никто ничего не делает. Не знаю, ребята, ну такое себе занятие. Конечно, всем респект, кто поддерживает, но вот кто лайк не ставит, я вот прям... Вот знаю. Зафар, ты не поставил лайк, да? Не, ну дизлайк тебе, Зафар, за то, что ты лайк не поставил. Вообще, я знаю, ты не поставил, Зафар. Сворачивайся и ставь лайк, срочно. Давай, давай. Мана кончилась. Бобник вовремя. А прикиньте, если бы он в инвиз зашел на вивере. Вообще жесть. Хоста, да хоста нафиг не надо, надо на базу сбегать. Бер. Бер. Давай, Бер. Так, Урса с фазами. Урса с фазами. Что некстом собираем? Я соберу сейчас ПТшку. ПТшку. Жесть, ребята, конечно, в миду очень тяжело стоят. Погнали. Сюда. Опа, ару летит. Нифига себе, Виндру убивать будет сейчас. Это левел. Пацаны, не мешайте, дайте крипа захавать. Что Урса там перегазовал вообще? Я тут лесу, крипочков дынаю. Ой-ой-ой. Хорошо. Я сначала думал побаловаться, а потом подумал, а нафига? Уйдет же ж. Да, гоу. Аквилу в кил погнали. Жестко, конечно. На самом деле, если играть в пуш на этих персонажах, они очень быстро ломают. Очень быстро. Боник очень быстро ломает. Тракса быстро ломает. Гаргона быстро фармит. Если Гаргона через единицу. Да, она очень быстро будет тоже ломать и толкать лайны. У меня 45 крипчиков. Хорошо. Погнали к виверу. Байте. Байтани, друг. Угу. Только что был эффект. Сало, если даст. Хорош. Жесть. Чисто вижена дал. Погнали. И душим. Смотрите, за один заход просто. Даже без крипов можно спокойно ломать. У Траксы очень много дамаги. Соточка, у меня 60. Жесть. Очень крутая страта. Хорошо. Я хаваю. Хорошо. Хаваю и гол. Так, виндволк. Ара улетит, но и заберем быстро. Вообще, посмотрите, что происходит. Рошан на 9-й минуте. Толпой просто закидали. Это мощь. Это прям мощь. Погнали ЕСа колотить дубинкой. Блин, винволк раскачал, такой кайф. Бегаешь быстро.
Зор, брат. Куда побежал? Хорош. Я уже думал, не расконтрю, потому что так криво нажимался. Вот это минус армор дал. Поэтому сейчас столько демеджа будет. Вивера шокучи долго кдешится. Сра. Ага. Топ ломается, да? Так вот делаем. Хаста. Топ падает, у нас Т2 мы сломали. Жесть, на самом деле очень люто идет доминация. Не знаю, может это так и должно быть, либо такие оппоненты, да, получаются слабые, не побоюсь этого слова, что просто ничего, играя ногами, получается вот так вот играть. Ребят, я настоятельно рекомендую вам, каждому, кто подписан на мой канал, со своими друзьями попробовать эту стратегию. Просто посмотрите, получится у вас что-то сделать или нет. Жесть. Просто столько дэмэджа. Вот у Боника очень много дэмэджа. Очень много дэмэджа. Прям я в шоке. Как очень жестко. В прошлой катке оппоненты еще как-то держались. Да, в этой катке прям очень легко так. Подраскрикались, наверное. И души тебе, души. Че прыгал на мартрет? И души. Ерсбрукер. Эти волчару захаваем. Ух, Слардар. Спринты нажал. Ой-ой-ой, вот это страшно. Просто драться. Что происходит? Оп, Гаргона Змеевич. У меня сотка демеджа просто. Плюс еще... Сколько у меня дамаги со второго вылетает. Это жесть вообще. Но это Total Domination. Блин, крипа не добил. Херак. С Аигисом забычим немножко. Лушницы. Оп. Arrow, fly. Эй, Moonlight. А я Аптавр сдохнешь. Жесть. Скелетик посыпался. Сейчас чувствую, мне тут жопу-то могут порвать. А да-да-да, ЕС идет бахать. Я крипа захавал, это хорошо. Да что ж такое-то? Что такое-то, пацаны? Нет! Не надо! Не надо. Хорошо. Тепловизор поломался. Тепловизор. Это еще у меня двойка не докачана была по демеджу. Я раскачиваюсь в последнее время гибридно. Очень по кайфу. И стрейф подольше. И виндволк нормальный. Прям четенько. Но доминация прям очень сильно идет, ребят, с этой комбинацией. Я не знаю, пробуйте. Пробуйте с друзьями, с кентами. Пробуйте аурами играть. Это, допустим, дровка плюс Vengeful. Это прям страшная вещь. Прям страшнейшая. Но это работает. Вот я сейчас играю, я вообще не напрягаюсь абсолютно. Эта тема вроде как работает. Лучницы просто уничтожают. Тут что может этих лучниц перевернуть? Мне кажется, какой-нибудь Тини, потому что с прокаста будет сносить. Еще какой герой. Ну, что-то такое прокастерское. Что-то мне все эти. Все ульты из Лардара мне. Это пуш с прошлой катки, я вам отвечаю. Опа, хп. Восстановились. Сейчас кто-то напишет, а почему у тебя мартретка кинула даггер, у тебя хп восстановились. А что такое? Отстань, да. Минус армор. Ух, как дамажим. О, как подвязал. Дальше. Ладно, ломаем тэшку. Кекс быстро выколотил я.
Кажется, Траксия сейчас будет бабошка. Ух, как больно. Опа, это кто? Оп, одну тычку дал. Прайстес, а нет, жива еще. Хорошо. Боньк. Это что-то нереально. 15-я минута заход ХГ. 15-я минута. Лучница. Просто 15-я минута заходы в ХГ. Давайте три стороны ребятам сломаем и фастфиниш напишем пацанам, чтобы им не обидно было. Потому что очень-очень странный. Они знают? Нет. Они не знают. Они не знают. Тогда пойдем в третью сторону. Ребят, ну такие катки выходят. Ну, не знаю, вот такие вот лучницы. Такие лучницы выходят у нас. Что поделать? Причем сейчас эта катка — это полупаб, потому что несколько человек — это не подписчики. 4К ПТС. Ну, у нас тут в третий слот 6К ПТС, первый слот 1К ПТС. Поэтому как бы... Поэтому и выигрываем, наверное. Крит есть, хекс есть, все есть. Низ. Низ и топ. Хорошо. Пойдет. Кату захаваем, да? А капу, кату нет смысла хавать. 550. Опа, есть. Сейчас посмотрите на этих лучников. Ты ес хитрит. Ломай. Хитрит на есе, парень. Хитрит. Ядрит, хитрит. Жесть. Я просто ничего не делаю. Просто ничего не делаю, просто бью. Вот я вообще ничего не делаю, реально. Вообще ничего реально не делаю. Шишер-шишер. Шишер-шишер. У меня КД. Ух ты. Не успел уже втаймить. КД было. Третью сторону сейчас сломаем, финиш напишем. И на этом видосик этот, наверное, ребятки, закончится. Не знаю, но получаются лучницы очень сильные у нас. Очень сильные. Очень сильные лучницы. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Full damage. Очень жестко. На вставочку. Горе, говорит Урса. А не, уже третью игру писать, ну нет смысла. Третья игра — это уже слишком быть. 18 минут, ребята. Продержались против лучниц. Очень-очень много дэмэджа. Ну, кто-то там просил у меня, говорит. ГГ. Красавы, парни. Успеха. Спасибо всем, кто подписан. Вот так напишем. Все, go FF. Ребят, ну на этом катку мы закончим. И получились у нас вот такие вот лучницы. Такие лучницы. Что делать? Это жестко. Такие у нас лучницы получились, парни. Но две каточки по 25 и по 19 минут. Но, к сожалению, я не знаю почему, но получилось так, что вот так вот. Такие вот игры. Неужели лучницы реально не контрятся? А может напишите? Может напишите-то немножко в комментариях, да? Кто может законтрить лучниц? И мы попробуем сделать это сравнение. Я, конечно, знаю, что очень многое зависит от рук, но, тем не менее, я
не знаю, в первой команде там ребята все по 80 винрейта были, по 75, по 80, при том, что у них там по 3, по 4 КПТС, и в принципе они играли, ну, чуть-чуть лучше, чем вот эти ребята, которые сейчас сыграли, они, в принципе, ничем не отличаются. Ну, может, мы просто такие сильные, но и, тем не менее, оппоненты выиграли нас. Как быть, я не знаю. Напишите свое мнение в комментариях, понравились ли вам эти игры. Ну, игры максимально легкие, я не знаю. Но уже перезаписывать я в любом случае их не буду. Две каточки такие простенькие залью. Напишите свое мнение, нужно ли лучниц с кем-то еще стравить. Потому что лучницы, ну, как видите, дэмэджа очень много. И очень быстро катки заканчиваются, потому что мы можем пушить. У нас есть очень сильный пуш-потенциал. Ну и, в принципе, друзья, все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на YouTube-канал, подписаться на ТГ. И залететь на стрим в 19 по МСК, ребятки. Всем спасибо большое за то, что посмотрели это видео. Смотрите другие видосы на моем канале. Ну и, конечно же, что? Правильно. С вами был Ксаназас, ребятки. И до скорого.